350 малых и средних предприятий Башкортостана за полтора месяца получили антикризисные кредиты на 6,5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Нацбанке по республике. Средства выданы по ставке от 13,5 до 15% годовых. Так, 313 компаний получили займы почти на 6 миллиардов рублей для пополнения оборотных средств. Еще 34 почти на 750 миллионов рублей на реализацию инвестпроектов. Часть заявок заемщиков находится на стадии рассмотрения, но по некоторым из них были отказы из-за несоответствия заемщиков условиям льготных программ. Для того, чтобы получить кредит с господдержкой, заемщик должен обладать хорошей кредитной историей. Он не должен иметь долгов по зарплате своим сотрудникам, а также заемщик потенциально не должен находиться на стадии банкротства или ликвидации. Отмечу, что антикризисные кредиты могут получить малые и средние предприятия почти из всех отраслей, а также самозанятые. До конца этого года на реализацию оборотной и инвестиционной программ выделено 675 миллиардов рублей, в том числе 500 миллиардов из средств Центробанка.